18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Я Екатерина Пармон, и я не только корреспондент телекомпании «Брянская губерния», и не только гражданин России, еще я мама двоих детей. И, конечно, я забочусь об их будущем. Прийти на выборы 18 марта – это тоже забота. Ведь от моего выбора зависит, в каких школах будут учиться мои дети, насколько качественной будет медицина для них, на каких детских площадках они будут играть. Правильный выбор можем сделать только мы сами. 18 марта приходи на голосование. Сделай правильный выбор. 18 марта. Выберем президента вместе.